Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Правительство отменило ограничения на работу общепита. Внесены поправки в документ, где прописаны антикоронавирусные меры. Теперь кировский общепит может не закрываться в 23 часа. Ограничение было введено в конце октября прошлого года после рекомендации Федерального Роспотребнадзора. Это объяснялось необходимостью сократить возможности для людей проводить время вместе. Стоит отметить, что не все в Кирове соблюдали запрет. Некоторые бары и кафе в 23 часа закрывали главный вход, но попасть внутрь можно было с черного. Программа «Экономика». Здание напротив мэрии очистили от неуместной рекламы. Из 11 нарушений на фасаде дома 101 по Карла Маркса устранили 10. Есть еще вывеска банка, которая нарушает архитектурную композицию, и число вывесок в окнах, которое превышает норму, говорят в управлении градостроительства архитектуры. Также накануне руководители города осмотрели здание на углу Октябрьского проспекта и Красноармейской, фасад которого пытаются тоже привести в соответствие паспорту. Арендаторам пришлось сменить цветовую гамму входной группы магазина, а местная управляющая компания убрала рекламный баннер, хозяина которого не нашли. Власти сейчас рассылают всем владельцам вывесок и баннеров, которые не вписываются в паспорта фасадов, просьбы их снять. Иначе штрафы от 1 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 100 тысяч для юридических. Экономика на 101 FM. Молот оружия включили в список стратегически значимых предприятий страны. Об этом гендиректор предприятия Равиль Нургалеев рассказал губернатору во время визита того в Вятскополянский район на этой неделе. По словам Нургалеева, это позволит предприятию войти в процедуру финансового оздоровления благодаря поддержке федерального центра. Процедура откроет для завода перспективы новых для предприятия контрактов, в том числе в рамках гособоронзаказа. Экономика. Следователи завели дело на сотрудника УФСИН за махинации с недвижимостью. Это представитель службы исполнения наказаний из Удмуртии. Его подозревают в мошенничестве. Он получил деньги на улучшение жилищных условий, но жилплощадь ему была не нужна, по крайней мере, в Кельмесском районе, где он подыскал дом за 70 тысяч рублей. Получив от государства 370 тысяч, он 300 по договоренности с продавцом дома забрал себе. Факт был выявлен сотрудниками УМВД. Следователи возбудили уголовное дело. Завершение валюты. Доллар сегодня 76 рублей 8 копеек. Официальный евро 91,56. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.